Всем привет! С вами Полина, и сегодня я делаю обзор на новые вещи, привезенные с Алиэкспресса. Обзор украшений для этих платьев я делала в другом видео. Кому интересно, можете посмотреть. Первое платье белое, на ощупь очень приятное. Один недостаток – оно просвещается. Без подкладки рекомендую носить только очень смелым девушкам. Второе платье коричневое. По-моему, это хлопок с полиэстером. На ощупь приятная, так же, как и первая. К телу приятно. Хорошо получается на фотографиях. Кому интересно, ссылки на эти платья в описании. Пока!